Сьогодні виняти фінансово-господарчої діяльності у суб'єкту господарення в області нельзя оцінити однозначно. З одного боку, 5 трильйонів рублів чистого прибутку у 80% підприємств, а з другого, трильйон втрат у 14% організацій. Зниження об'єму виручки, прибутку і узровню рентабельності у економіці означається за 2013 року. Причому ця тенденція характерна для всіх областей Білорусі. Ситуація на Гомельщині не саме гірша, але це не підстава для заспокоєння. Необхідно ще раз проаналізувати усе причины існуючих проблем и по каждой из них принять конкретное решение. Анализируем сегодня финансовое состояние по 5 направлениям. Это прибыль, выручка, затраты, задолженность и платежеспособность. Что касается прибыли, то 75% предприятий сегодня работают прибыльно. Порядка 8% с нулевым результатом и 156 организаций у нас убыточны. Если говорить о том, насколько серьезна ситуация по сравнению с другими регионами, то количество убыточных организаций у нас одно из наименьших, а удельный вес самый маленький. Разом с тем и официальная статистика потребует уважливого анализа. Основная частка регистрируемых прибытков припадает на 10 организаций. У той же час, амаль у полови района в области, повеличилась колькость стратных предприемств. Средняя сумма страт 6 миллиардов рублей, а на тем же Гомсельмаше это показатель прикладно у 47 разов больше. Еще одна негативная тенденция. Шерех субъектов господарения за отмовной динамикой працует уже несколько годов запар. Плюс дебиторская запозиченность, проблема разлику за поставленную продукцию для некоторых организаций по-ранейшему актуальны. Причем неотриманные сродки часто компенсуются дорогими кредитами. Нельзя отмовлять объективные причины, але и субъективный фактор тут присутничает так само. Подчас посяджения облвыконкама гучить потребование узмоцнить работу с керующими кадрами, при необходимости заменить их на новые. Есть питание и до колькости работников. На шерегу предприемств инженерно-техничных работников неде на 20% больше, чем предугледжено нормативами. У такой ситуации казать об оптимизации выдатков складана, але менавіта гэта сегодня галоўная задача. У адваротному выпадку размаўляць об конкурентоздольности вырабляемой продукции не приходится. Поэтому мы теперь предпринимаем, безусловно, серьезные усилия для того, чтобы снизить наши затраты, войти в ту себестоимость, которая позволит нам выходить на рынки и дальше конкурировать. Олег Сентюров, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».